Так, сейчас пойду ставить камеру наблюдения на гнездо русухи. 4 мая 2018 год. Добрый день, друзья. Меня зовут Василий Вишневский. Я нахожусь рядом с городом Новомичуринск. Сейчас подхожу к реке Проне, которая впадает или образует водохранилище Пронское или Новомичуринское водохранилище рядом с ГРЭС. Вон он, ГРЭС. Рязанская ГРЭС. И вот здесь поддерживается достаточно постоянный уровень воды. Благодаря этому для птиц создаются стабильные условия для гнездования каждую весну. Заросли храгоза, несмотря на то, что его жгут регулярно. Сейчас я его покажу, подойду к нему, зарослям храгоза. Гнездятся чомги. Колония чомг больше 10 пар. И первые яйца, как правило, у них воруют. Сороки, вороны, может еще кто-то. Разоряют гнезда. Но потом, рано или поздно, им все-таки удается отложить несколько яиц, высидеть их и вывести птенцов. Рядом с чомгами гнездятся лысухи. В прошлом году рядом с Новомичуринском мне гнездо лысухи найти не удалось. А в этом году я прошелся чуть подальше и по поведению лысух понял, что где-то должно быть гнездо с яйцами. И так и оказалось. Там было 6 яиц. Лысухи активно защищали гнездо. Это хороший признак для того, чтобы устанавливать камеру у гнезда. И у меня простояла камера GoPro Hero 6. Ну, как-то она себя нестабильно вела в плане связи по Wi-Fi, поэтому не знаю, сработало, не сработало. Да, ну, действительно, вот я сейчас проверил по Wi-Fi связь. И, к сожалению, не вижу камеры. Либо она заглючила, либо просто Wi-Fi отключился. Я все-таки надеюсь на последнее. Надеюсь, что камера, по крайней мере, писала видео. Вот у меня такая импровизированная метка. Потому что, к счастью или не к счастью, мусора на берегу хватает. И, в общем-то, я его использую в качестве ориентиров. Так, ну, камеру я вижу, что она стоит. А вот, кстати, гнездо с одним яйцом. Сейчас покажу попутно. Чомга не успела, наверное, хорошо запрятать. Ага. Ну-ка. Ну, яйцо холодное. Яйцо холодное. Прикроем вот так. То есть чомги пока что не спешат насиживать. Либо, может быть, это брошенное, не знаю. По крайней мере, вчера также было одно яйцо, но спрятанное. Так, подходим. Вон лысуха. Вон наша камера. Ну, лысухи тоже могли и не насиживать. Сегодня очень жарко было. Окладка у нее еще идет. Вот 7 яиц теперь. Так, что тут у нас? Нет, камера отключена. Или... Ага, камера почему-то не писала. Wi-Fi вроде как работает, но... Ага, яйца. Яйца теплые. То есть лысуха точно насиживала. Вопрос лишь в том, записала ли что-то камера у нас. Да, и поскольку камера в этот день практически не писала, она отключилась, мне пришлось поставить на следующий день другую камеру GoPro Hero 5. Она прописала весь день достаточно хорошо. Вот видно, что лысухи проверяют яйца, потом все-таки одна из них села на гнездо, другая приносила строительный материал, и в общем у меня получилось записать в течение нескольких часов деятельность лысух. В целом мне повезло, что до окончания майского отпуска у меня был еще в запасе один день, в который я смог поставить другую камеру. Кроме того, в последний день после съемки камеры я заодно сфотографировал кладку, 8 яиц тогда уже было в гнезде.
И вполне возможно, что лысухи отложат еще несколько яиц, потому что у них может быть в два раза больше в кладке. По крайней мере, мне такое гнездо попадалось пару лет назад. Да, ну а что касается работы камеры GoPro Hero 6, то на этот счет у меня будет отдельный ролик. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.